друзья! Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их родители. Ну и, конечно, фанаты наших юных звезд. Сегодня у стен Мёрзкого замка мы приглашаем вас на особенный концерт. Такое впечатление, что эти древние стены, которые много кого и чего видели, эти стены станут моложе, потому что песни, которые вы слышите, им столько же лет, сколько и нашим артистам. Мы приветствуем вас на самом озорном концерте года, в финальном шоу телепроекта «Звуки школ». Вот такими же аплодисментами поддерживаете наших юных талантов, потому что они действительно прошли большой путь, правда, Полина? С весны этого года они проходили кастинги, сотни кастингов по всей стране. И сегодня на этой сцене, в нашем своеобразном летнем амфитеатре у стен Мёрзкого замка, финал проекта «Звуки школ». Это лучшие из лучших. Вы готовы услышать лучшие школьные голоса Беларуси этого года? Тогда мы начинаем. Обычно его номер 007, но когда речь заходит о славе и популярности, он готов быть номер один. Номер один сегодняшнего концерта – 13-летний Джеймс Бонд из Минска, Александр Маршин. «Звуки школ» сегодня здесь для вас. Я шпионю со Светкой в подъезде и в классе. Я шпионю 3 года, невидимый всем. Я в себе разжигаю шпионские страсти, и во мне умирает агент 007. Я такое могу рассказать про соседку. Это будет рассказ не для слабых людей. Я могу уничтожить отличницу Светку тем, что знаю о ней, тем, что знаю о ней. Шпионские заботы — тяжелая статья, что даже по субботам расслабиться нельзя. И Светкины проделки мне снятся по ночам. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Точно знаю я то, что Светлана не курит, по проверенным данным, и пиво не пьет. И своих недогадливых родичей дурит тем, что рано ложится и рано встает. У нее нет наколок и пирсинга тоже. Я проверил, а как? Это суперсекрет. И меня как шпиона все больше тревожит, что бойфренда у Светки реального нет. Шпионские заботы — тяжелая статья, что даже по субботам расслабиться нельзя. И Светкины проделки мне снятся по ночам. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Особе. Я одел бы очки и конкретный пиджак, и душиться б не стал, понимаете, чтобы от меня как шпиона не пахло никак. Я сказал бы: сдаюсь, делай все, что захочешь, но, увы, не могу я такого сказать. И поэтому снится училка мне ночью, моя Светка, которой уже 25. Шпионские заботы — тяжелая статья, что даже по субботам расслабиться нельзя. И Светкины проделки мне снятся по ночам. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал. Я сам с собой в сделке, чтоб я о них молчал.
В Мирском замке сегодня звуки школ. Казалось бы, что может связывать школу и замок? Наверное, только урок истории. Ну какие уроки? На дворе каникулы. Да и следующая песня больше похожа на переменку. Девчинка, веселинка. Улыбки на ваших лицах зажигает Юлия Зарёна, 13-летняя финалистка нашего проекта. Стен Мирского замка. Мы приветствуем всех тех, кто только к нам присоединился. И сегодня этот концерт помогает мне вести также наши юные таланты, но это мои коллеги, соведущие Полина Жданович и Василий Раинчик-младший. Пока вы аплодируете и артистам, и ведущим, моим коллегам, скажу, что эти ребята помогли вместе с Ксюшей Ситник принести нашей стране победу на детском Евровидении. Это тоже достойно аплодисментов. И сейчас мой вопрос я адресую Полине. Скажи, что общего между нашим проектом «Звуки школ» и Евровидением? Можно я скажу, чем наш концерт лучше? Нужно. Например, тем, что многие школьники поют песни на родном языке. А это здорово. А похоже мы тем, что у нас тоже есть балерины на сцене, как и у Димы Билана. Наш Билан приехал из Солигорска. Это очаровательная Настя Миклашевская. Тогда это уже Билана, правда? Настя Миклашевская. Зоркой доброю лянь, промнем радостный стань. Зимой молодой снег зачарованный кружит, порой золотой небо духовности слов. Опустился снежинкой живой, свет жестяной заискрился. Крылом осенний день нарочения Христова, звон
свечек с моих мириады. Как долго жили, песни твои мы им рады. Милый огонек, сердце излучаются лаской. Жаль, не исполняй, будет зима наша. Час для любови, белокрылый анёл, помолись за нас, помолись за нас, анёл. Годы была какая-нибудь любимая песня? Ой, у меня было очень много, Полин, любимых песен, но это были точно те песни, которые мы не пели на уроках пения. Вот вообще, когда собирается большая шумная компания, то уже все равно, какие песни поешь, тем более, когда взрослее становишься. Я поняла, Сергей, что солировать ты не любишь. Тебе, чтобы запеть, нужна целая компания. Значит, самое время приглашать первую группу нашего сегодняшнего концерта. Я сейчас объявлю имена этих артистов, вы также встретите их аплодисментами. Объявили их в свободном порядке, не так, как в классном журнале. Это Лиза Муравьева, «Зал не утихает», «Что же делать?». Это Вероника Соколовская, Таня Дудек, Яна Хромова. Эти овации, Беларусь еще не знала таких оваций. Катя Луцевич и Даниил Наливайко, вы представляете? А вместе они ансамбль «Солнечный балаганчик». Встречайте! Воспитанием нельзя заткнуть свободно и сделать лишний шаг.
Дорогие друзья, все песни, которые звучат в сегодняшнем концерте, даже если они лирические, спокойные, медленные, они полны энергии, наверное, столько энергии, может быть, только в детстве. А следующая школьная песенка, она хоть и медленная, но с легкостью могла бы стать гимном этого гостеприимного города. Ведь она называется «Фантазий мир». А нашу фантазерку зовут Юля Фомкина. Мир, лови привет из города Жодино. Закройте глаза, представьте, что вы на далекой звезде, мечта не страна, фантазии мир, то, что видим во сне. Там розовые облака, там весело всегда. Не кажется ли вам, что людям земли не хватает добра? Там розовые облака, там весело всегда. Встречает фея добрая, и сбывается заветная мечта. Там яркие цветы растут, вокруг. Там вас, друзья, всегда поймут, и в гармонии с природой все живут. Друзья, наш конкурс приобрел уже международный масштаб. Легионеров у нас пока нет, по крайней мере, пока. Все школьники, но у нас есть почетные гости из Украины. Это финалистки конкурса «Крок Зирок» и обладатели первой премии телевизионного конкурса «Зирки на сцене». Аплодисментов должно быть в два раза больше, друзья! На сцене наши гости Даша и Маша Аверьяновы, Украина! Мы будем с вами.
Наш финальный концерт продолжит настоящая принцесса. А в будущем, я не сомневаюсь, у нее есть все шансы, чтобы стать королевой белорусской эстрады. В настоящем даже. Вы же видели, какая свита поклонников нашей Екатерины. Встречайте, Екатерина Смольская, 11-летняя королевна ночь из поселка Самохвала Ишиминской области. Ночь, чаровница, у прыгарщи зорной водицы, набравши тихутка глядится, ты зор разливає сляды. Дивные краски, наплевные тихие каски, складая с несбытною лаской у кож золотый. Королевна ночь за вероницей, раскидая росами у травицы. Королевна ночь за вероницей, заплетая хочучи присниться. Чаровница знов буде співати і кружиться, не могучи мроям зманіться, знов буде за вітром летіть. Десь на палетках вирощують зорні квітки, каб знову з усмішкою світлой нарезливий ранок зустріть. Королівна в ночь за вероніці розквітає. Королевна ночь зор вероніці, розкидає розами у травиці. Королевна ночь зор вероніці, заплітає хочучи присниться. Сейчас, друзья, я буду напоминать себе тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши», потому что на этой сцене у Мирского замка появится сказочный дуэт проекта «Звуки школ», «Малыш» и «Карлсон». Нет, Сергей, у нас же сегодня главные участники концерта дети, а у детей все в порядке с фантазией, поэтому Леша Валькович будет выступать со своим другом Карлсоном. Но если понадобится помощь, Фрекенбок, ты готова помочь? За банку варенья все что угодно. Алексей Валькович, он же малыш, он же Карлсон.
сегодня попадет, когда папа мой придет, потому что консенс ел варенье. Но все это ерунда, как Карлсон тогда забудет его большой пропеллер. Карлсон, который живет на крыше, он прилетит, он меня услышит, крепко обнимет при встрече руками и улетит с облаками, и улетит с облаками. Это удивительно, друзья, самому юному участнику нашего проекта «Звуки школ» лет столько же, сколько нот. 7. Ничего удивительного, может, поэтому он так точно в них и попадает. А вот для следующей артистки достаточно 2 нот. Че, правда только 2? 2 нот хватит для того, чтобы ее представить. Встречайте, до ми нига, город Крупки. Пой вместе с ветром, если звезда.
Юное дарование на телеканале ОНТ. Мы приветствуем всех тех, кто только к нам присоединился. Сегодня у стен Мирского замка финал проекта «Звуки школ». Сейчас на эту сцену выйдет наш гость из России. Он болеет за футбольный клуб «Зенит», но признается, что главное дело в его жизни – это, конечно, сцена. Так что смело можно сказать, что сегодня у стен Мирского замка он в «Зените славы». Лауреат международного конкурса «Наследники победы». Обладатель первой премии международного конкурса «Золотой дельфин» в городе Сочи. Встречайте, Заур Алиев, 11 лет, Россия. Этот удивительный Мирский замок и атмосфера всеобщего веселья вдохновляют наших юных артистов, юных талантов на написание и исполнение песен о любви к родной стране. Сергей, а может быть, эта песня посвящается голубым глазам любимой девочки из класса? Кириллу, между прочим, уже 13 лет. Ну, в таком возрасте, Полин, знаешь, энергии хватает и на любовь к стране, и на любовь, ну, в смысле, на внимание к соседке по парте.
любвеобильный Кирилл Ермаков, «Земля с блакитными вошами». Встречайте! Называют васильками на Беларуси хлопчуком. Звенять крыницы, як цимбалы, стяженки светять у лясах. Пали узгорки, перапалы, просторный шлях, далекий шлях. Беларусь моя, синявокая, Беларусь моя, краина миру и добра. Беларусь моя, синявокая, Беларусь моя, як кахаю цябе я. Земля с блакитными бачами, краина миру и добра. Яна спявае разом с нами, як солнце светит с нами она. Твои сыны, твои унуки, мы любим гул твоих паров. И реки тягнутся, як руки, до теплых верных рук сябров. Беларусь моя, синявокая, Беларусь моя, краина миру и добра. Беларусь моя, синявокая, Беларусь моя, як кахаю цябе я. Выйдут участницы проекта «Студия Натали». Мне всегда было интересно, почему именно Натали? Как мне известно, ни одной Наташи в коллективе нет. Ну это не совсем так. Вот послушайте, в коллективе Алена Ахрем, Татьяна Апанасик, Анастасия Васильева, «Мир не умолкает», Екатерина Смольская и Анастасия Осмоловская. Ну а вот самого главного человека, который преподает у девушек вокал, как раз зовут Натали. Столько красивых девчонок в одной песне. Студия Натали, музыкальная копель. Улыбаются глаза, в них нет места для печали.
глаза. В них рождается удача, я ее в кармане спрячу, чтобы крепче удержать. Улыбаются глаза, ни намека на печали, просто вдаль летят очали в паруса. Что только в детстве нам снятся цветные сны. И только в детстве мы можем узнать, что слоны бывают голубыми, пантеры розовыми, ну а верблюды оранжевыми. Почему только в детстве, Сергей? Ты, наверное, никогда не разукрашивал соседскую кошку масляной краской. Сколько азарта в твоих глазах! Наш следующий финалист их тоже любит, поэтому верблюд у него оранжевый только в песне. Ваня Закирничный, 7 лет, оранжевый верблюд. В центре саванны жил очень славный, славный оранжевый верблюд. Он улыбался, смех раздавался там и тут. Он улыбался, смех раздавался, смех раздавался там и тут. Оранжевый верблюд ходил себе по кругу. Оранжевый верблюд хотел себе семью. Оранжевый верблюд искал свою подругу. И кто подскажет, как помочь ему? Быстро летели дни и недели, трудно друзьям его понять. В форме отличной, очень приличный, шарм и улыбку не отнять. В форме отличной, очень приличный, шарм и улыбку не отнять. Оранжевый верблюд ходил себе по кругу. Оранжевый верблюд хотел себе семью. Оранжевый верблюд искал свою подругу. И кто подскажет, как помочь ему? Верблюд ходил себе по кругу. Оранжевый верблюд хотел себе семью.
Ну и сейчас я смогу загадывать желание, потому что рядом со мной очаровательная соведущая Полина Жданович, и на эту сцену также выйдет Полина, Полина Верас, наша следующая участница финала проекта «Звуки школ». Спасибо за комплимент. Я, кстати, единственная из ведущих ОНТ, кто помещается в телевизоре целиком. А вот Полина Верас за прошлый год подросла на целых 7 сантиметров. Отлично, давайте пожелаем ей быть первой не только при построении на уроке физкультуры, но и по итогам телепроекта «Звуки школ». Полина Верас. Позвони, скажи, что любишь ты меня. Я не слушала пророчества и не знала одиночества, а теперь хочу услышать те слова. Любовь без ответа, не знаю я, где ты, но я буду так же верить, надеяться, любить. Я жду с тобой встречу, сказать тебе нечего. Может, все же нужно обо всем забыть. Не могу перебороть тебя, ты мне нужен, и слова твои, мои мысли, мысли только о тебе. Телефон молчит, и я молчу, в мыслях встречу я с тобой ищу, сердцем чувствую, что любишь ты меня. Любовь без ответа, не знаю я, где ты, но я буду так же верить, надеяться, любить. Я жду с тобой встречу, сказать тебе не. Может, все же нужно обо всем забыть. Я жду звонка твоего и открытых дверей. Хочу сказать тебе, что люблю. Я жду звонка твоего и открытых дверей. Жду, просто жду. Привет, как дела твои? Я ждала твоего звонка. Ждала я ответа, спасибо за это, но я верила, надеялась, ждала. Спасибо за встречу, теперь я отвечу. Мы нужны друг другу, пусть горят сердца. Ждала я ответа, спасибо за это. Мы приветствуем всех тех, кто только присоединился к проекту «Звуки школ» в эфире телеканала ОНТ. Наш следующий гость из Солигорска. Да, действительно, и путь к Олимпу не всегда легок и прост. И кому, как не Екатерине Новиковой, известны принципы шоу-индустрии. Встречайте, Екатерина Новикова с песней «Золок». Thank you.
Звуки школы у стен Мирского замка распахивают двери для сотен и сотен талантливых детей. Сегодня зажигаются на этой сцене новые звезды, и мало того, в этом процессе участвуют и зрители телеканала ОНТ, выбирают лучших из лучших. А знаешь, Сергей, кто сейчас за кулисами совершенно спокоен и не переживает? У кого не трясутся коленки при выходе на сцену? За кого не нужно слать смски? Кто это? Это Миша Лила. В прошлом году он уже стал победителем телепроекта «Звуки школ 2007», и сегодня ему терять абсолютно нечего. Встречайте, Миша Лила! Знакомить вас с юными талантами. А следующей песней мы хотим поздравить всех мальчиков и девочек, у кого день рождения летом. Ведь именно летним именинникам так непросто собрать своих школьных друзей. Друзья разъезжаются кто в деревню, а кто в летний лагерь. Ну, теперь я понимаю, почему у Дианы Тиханович такая грустная песня о дне рождения. Да, Сергей, день рождения – грустный праздник. Иногда даже в 7 лет, если, например, тебе не подарили собаку. Я ромашки соберу там на лугу.
Облака, белогривые лошадки. Моя любимая песня. Было бы мне 11 лет, сейчас я бы с удовольствием ее спел вместе с Дашей. Сережа, сейчас благодаря Даше у тебя появятся две любимые песни про облака. Первая из стиля Милитрямди, а вторая из стиля проекта «Звуки школ». Встречайте, Дарья Петрушко с песней «Облака». Очень захочется вдаль полететь над облаками и на облаках, дальние страны на крыльях мечтах. Белые, белые облака мчатся по небу издалека, а я так хочу. Хороших друзей. Кто-то на авто, а кто-то пешком бродит по свету с большим рюкзаком. Но не объехать и все не пройти, лишь облакам все доступны пути. Белые, белые облака мчатся по небу. Хороших друзей. Сколько чудесных есть лес на земле, и повидать их хотелось бы мне. Но не объехать и все не пройти, лишь облака все доступны пути. Белые, белые облака мчатся по небу издалека, хочу над землей пролететь и все успеть. И посмотреть на вечерний бровей, глянуть на детский парк Walt Disney и повстречать поскорей хороших друзей. Город Бобруйск богат талантами, вспомним хотя бы Руслана Олехно. Есть в этом зале гости из Бобруйска? Ну, если бы они были, они бы аплодировали вот например, так. В Бобруйске действительно много талантливых музыкантов, талантливых людей, но молодое поколение наступает им на пятки. Сейчас мы будем встречать на этой сцене бобруйчанина Влада Санатенко. Ты прав, Сергей. Если смотреть на географию нашего проекта, то самыми музыкальными городами стали Минск, Бобруйск и Жодино. Ну, я думаю, что через год у стен Мирского замка нашу музыкальную и школьную эстафету подхватят и другие города. Но, право, друзья, что мы все о городах? Да, о городах. Лето, хорошая погода. Скорее бы к
к речке, к озеру или даже на остров необитаемый? Почти необитаемый, потому что наш остров нельзя представить без Влада Санатенко. Встречайте! Наша жизнь так похожа на повесть, приключений в ней разных не счесть. И таинственный остров сокровищ в каждой жизни, конечно же, есть. Где найду я свой остров, не знаю, найти парус большой кораблю. Пусть пока я еще подрастаю, но уже всем как есть говорю. Близится к завершению, и я хочу напомнить, что лучшую школьную песню этого года вы узнаете уже совсем скоро в ток-шоу «Выбор». Взрослые дяди и тети посчитают СМС-голоса и назовут имя победителя, а может и победительницы. Ну, если кому-то не повезет, расстраиваться не стоит, потому как проект «Звуки школы» регулярный, и с новыми талантами мы встретимся через год. На сцене Ангелина Богданец. Все еще впереди! Подарила веселый живой, а друг это счастье за мною явилось и хочет меня поманить за собой, и ждет за порогом, лишь двери открой. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив, и солнечной кисти на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Хорошо, все еще впереди. Я солнцу навстречу раскрою объятья, веселого ветра поймаю теплом. По радуге ясной хочу полетать я, хочу, чтобы мне в этот день повезло. И синяя птица крылом.
ночи кристалла, и солнце лучи упадут на траву. Не зря я счастье все время мечтала, зажгу я улыбкой небес синеву, увижу я сказочный сон наяву. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив, и солнечной кисти на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди, все так хорошо, все еще впереди. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив, и солнечной кисти на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди, все так хорошо, все еще впереди. Музыка и спорт. В последнее время не поймешь, где кто. Там поющая спортсменка, тут танцующий фигурист вместе с Димой Билан. Ты знаешь, Сергей, у нас снова есть, чем ответить Билану. У наших девчонок появился свой кумир. Это Роман Болознев. Ну а фигурное катание ему на сцене заменит фигуристая гимнастка. Встречайте со сцены Умирского замка. Свой полет к успеху начинает Роман Болознев, город Минск. Ночное, я глаза подниму, в россыпях ярких я звезду отыщу, я увижу далекий свет, и звезда прошепчет мне: лети, лети по Млечному пути, сияй вдвоем со мною. Лети, лети, небо освети, ты яркою звездою. Зачем нам закаты, зачем видеть солнце свет? Ведь мы будем рядом, и я тебе дам ответ. Я сердце успокою холодной пустотою. Лети, лети по Млечному пути, сияй вдвоем со мною. Лети, лети, небо освети, ты яркою звездою. Канал ОНТ, проект «Звуки школ». Мы говорим вам до свидания. Мы встретимся ровно через год. На этой сцене появятся новые таланты. Возмужают все те талантливые ребята, которых вы видели сегодня, и которым так аплодировали, как сейчас. Следите за эфиром телеканала ОНТ, потому как наш проект интерактивный, и среди тех ребят, кто выступал сегодня, мы выберем победителя. Будет организовано голосование. Ну а мы приглашаем всех участников нашего концерта. А на...
На сцене Влада с песней «За школьной партой». Телеканала ОНТ в Бирском замке. Спасибо, что этим вечером мы были вместе. До встречи через год.